Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов встретился с директорами школ, обсудил меры поддержки педагогов и привлечения новых кадров. Учебным заведениям округа не хватает больше 200 учителей. Привлекать их помогают региональные меры поддержки. Социальную ипотеку оформили 47 работников. 4 педагога работают по программе «Земский учитель», а 116 человек имеют гарантии и льготы как молодые специалисты.